самое ожидаемое и масштабное событие уходящего года – Международный молодежный бал. Это волшебный проект, в котором примут участие не только наши соотечественники. В этом году вместе с молодежью столицы участие в One World, One Life изъявили желание дебютанты из России, Китая, Нигерии, Таджикистана и многих других стран. Добрый день! Команда программы «Астана Лайф» посетила это мероприятие. И сегодня мы расскажем о том, как прошел этот волшебный вечер. Вальс, полонез, немецкая и финская полька. И даже казахский вальс. Эта удивительная атмосфера бала царила на днях в столице. Участие в One World, One Life, что означает «один мир, одна жизнь», приняли около 40 пар. Пары несколько месяцев разучивали сложные танцевальные композиции, и они блестяще справились с этой задачей. В результате гости могли наблюдать волшебную сказку – удивительное сочетание красоты, грации, молодости и веселья. В этом году вместе с молодежью города танцевали активные и талантливые представители из других стран. Как отмечают организаторы, желающих принять участие было много, однако кастинг удалось пройти лишь некоторым из них. В их числе студенты, курсанты, слабослышащие молодые люди, а также представители разных профессий. Особый акцент мы ставили на то, что все представители молодежи приняли участие. Это рабочая молодежь, это наши особенные дети молодежи, да, там представители бизнеса, представители там культуры, спорта. И в целом мы сейчас, у нас есть уже сформированный список, где представляет молодежь всех категории и всех социальных категорий молодежи. На первом этапе у нас было торжественное открытие. Так как это назвали международное, есть тоже из 20 стран мира представители молодежи. Они тоже приняли наше приглашение и принимают участие. Самое главное – это не просто вечер танца. Это большой благотворительный бал. В течение месяца столичная молодежь, среди которых врачи, учителя, журналисты, работники производства занимались не только разучиванием танцев, но и благотворительностью. В рамках акции «От сердца к сердцу» в Доме престарелых и детском доме был организован духовный вечер. А также участники оказали материальную помощь 100 малоимущим семьям. У нас в городе есть детские дома, есть родительские дома, есть у нас участники войны, участники других там, где действительно нуждается помощи молодых людей. И вот в рамках проекта у нас все участники, все дебютанты ежедневно проводят мероприятия именно вот с такой категорией людей, где действительно они нуждаются в благотворительности. Да? Благотворительность – это не только там оказание материальной или финансовой помощи, просто элементарно прийти вместе, допустим, пожилым людям чай попить, обсудить, что сделано в рамках года молодежи, да, там, или какие у нас там актуальные вопросы. Это тоже как бы есть благотворительность. Участие в этом международном молодежном бале – это самая первая цель моя, это благотворительность. Мне очень понравилось. С первых дней нашего занятия мы начали заниматься благотворительностью, ходили, посетили дом престарелых, организовали благотворительный концерт в реабилитационном центре. Сама атмосфера, насколько здесь дружно, насколько все поддерживают друг друга. Эта атмосфера, она просто великолепная. Бал One World, One Life не прошло без участия культурных общественных деятелей страны. На вечере вместе с дебютантами выступили известные отечественные и международные звезды. Бал – это всегда торжество и всегда праздник, хорошее настроение, заряд бодрости. Массу положительных эмоций получили не только участники международного молодежного бала, но и зрители этого замечательного вечера. Мы надеемся, что заряд той волшебной энергии дошел и до зрителей нашей программы. Но мы продолжаем раскрывать актуальные темы столицы. Будьте с нами с программой «Астана Лайф».